29 марта в спортивном комплексе на улице Мелькова прошла городская спартакиада трудящихся коллективов Анапы. Спортивное мероприятие объединило более 160 городских предприятий. В программе состязания по 9 видам спорта. По итогам первого дня соревнований на первое место вышла спортивная школа «Олимп». Отличные результаты показали команды городской больницы, центра занятости, управления администрации города-курорта. Спартакиада пройдет в 2 этапа. Лучшая команда по итогам всех конкурсов представит наш город на краевой спартакиаде трудящихся в октябре 2014 года.